День второй. Я опять иду в университет. Это такая у меня разнообразная жизнь. На самом деле, типа, многие знают, что в таких европейских странах ты можешь выбирать класс, и бывает так, что у тебя там в какой-то день его нету, у тебя выходной. Но так как я учусь в школе права, у меня пары каждый день. К сожалению или к счастью, наверное, скорее к счастью. Вот, сегодня я иду туда пораньше, у меня пара в 9:40, сейчас 7:50 утра. Вот, я иду пораньше, потому что мне надо до пары еще успеть сделать квиз и сабмит его до пары, ну и прочитать тему, чтобы быть хоть немножко подготовленной. Вот, на улице снег, наверное, вам не видно. Ну, в общем, идет снег, вчера была страшная метель, но за ночь все растаяло, а сейчас такой легкий снежок. На улице не холодно. В общем, увидимся уже в универе. Вот он мой корпус. У меня он находится сразу при входе в кампус, поэтому очень быстро идти. А дальше за моим корпусом уже находятся остальные факультеты, общежития, кафешки и прочее. Я проведу как-нибудь такой кампус-тур. Вот. А это, короче, такие домики, где живут студенты. Интересная особенность нашего университета, именно Дейтонского, в том, что у нас на территории кампуса находятся такие дома. Их арендуют студенты, живут там 5 по 6 человек. Ну, это, типа, на самом деле очень прикольно. Но мне кажется, что очередь на них уже расписана годами. Туда попасть, ну, очень сложно. В основном тут живут undergrad. Это люди, которые сейчас на бакалавриате учатся. А вот мой красивый корпус такой большой. И, чтобы вы понимали, этажа 2, наверное, занимает библиотека. Доброе утро, ребята. Вот, сегодня утро вторника. Мы снова в библиотеке. Люблю библиотеку утром. Здесь никого нет, кроме меня и очередного моего квиза по контрактам, который я вообще не понимаю, как обычно. Вот. И вообще меня бесит то, как он задает задания, потому что проходит класс, и потом он, короче, в 1:30 выставляет задание, которое действительно до следующего утра, ну, то есть до следующего класса, которое следующим утром. Получается, что у тебя остается времени, как бы, ну, вот вечер или утро следующего дня. Потому что он оставляет 1:30, у всех еще класс, и как бы никто не может этим заниматься. Это очень странно, на самом деле. Мне вообще такое не нравится. Так как у меня есть проблемы дома с интернетом, вот, я пытаюсь вызвать мастеров уже 3 дня. Кстати, об этом я тоже вам расскажу, потому что сервис в Америке вообще такой себе сервис, если честно. Вот, то мне приходится приезжать в университет, там за час до пары. Вот, сижу и сейчас буду писать этот квест. А на повестке дня, в принципе, больше ничего. Сходить на пары, сегодня сложный день, сегодня 3 пары. Вот, я, кстати, дам постараюсь даже поснимать. Мне, конечно, страшноватенько еще это делать, потому что я вообще не знаю, не понимаю там эти все блогерские штуки. Вот, но постараюсь вам что-нибудь снять, чтобы приблизительно понимали, как проходят пары в Америке. Хотелось мне пойти в зал вечером. Думаю, что я никуда не пойду из-за того, что ужасная погода, и из-за того, что сейчас вторник, утро, а у меня уже безумно просто раскалывается голова, и я не знаю, вчера сидели с одногруппниками, понедельник, и мы такие сидим, и мы понимаем, насколько мы уже устали, а неделя только началась. Да, вот это реалии law school в Америке, так что, мне кажется, наверное, если вы встретите хоть одного студента или вообще человека с Америки, вам никто не скажет, что law school это легко. Потому что law school это реально очень такой необъятный пласт работы, нужно быть к этому готовым. У нас люди уходят посредине семестра, просто потому что они не могут выдержать такую нагрузку. Вот, так что, надеюсь, я останусь до конца. У меня вот сейчас будет уже последняя пара, я в таком полуживом состоянии. Нахожусь в универе с 8 утра, уже 3. Больше всего, конечно, убивают именно перерывы между парами по 2 часа, по полтора. Вот, но мне иногда полезно, потому что из-за работы я не успеваю дома учиться, поэтому я учусь в перерывах.
В общем, пожелайте мне удачи уже высидеть эту последнюю пару. Я уже так безумно хочу есть, безумно хочу домой. Вот. Ну, в общем. Та-та-та-та. Только что вышла с класса по уголовному праву. Мы разбирали очень много дел, но среди всех дел в самом конце мы разбирали вообще одно такое прям мясо. В общем, мне просто очень хочется с вами поделиться и узнать ваше мнение по этому поводу. В общем, дело было в том, что три человека потерялось в море, и там был один маленький мальчик, который... Ну как, он был не маленький, просто мальчик. Он работал, типа, на этой лодке, там, корабле. И еще два человека. И, в общем, они провели 24 дня в море. Но там на третий день у них закончилась еда, на пятый день закончилась вода. Там на седьмой день они словили черепаху и съели ее. А на 19-й день они начали планировать убийство этого мальчика, потому что они были в отчаянии, им нечего было кушать. И на 20-й день они убили мальчика. Но он же, ну, и как они сказали, он был достаточно слабый, сам бы уже скоро умер. В общем, они его убили и съели. И на 24-й день их нашли. И в итоге их сначала приговорили к смертной казни за то, что они сделали, а потом, так как это дело было в Англии, потом королева уменьшила срок до 6 месяцев заключения. И нам задали вопрос, что бы сделали вы, то есть вы бы prosecute этих ребят... Ну, то есть, как бы, обвиняли бы вы их или нет? И знаете, в этот момент весь класс замолчал. И мне очень интересно ваше мнение, а вы бы стали обвинять этих людей или нет? Пишите в комментариях, очень интересно почитать. Okay, guys, I'm ready to work out. Пришла в зал наконец-то, не ходила, боже, больше месяца, и так рада вернуться, но на самом деле, типа, это сложно возвращаться обратно в режим питания, тренировок и прочего. За что люблю американские залы, за то, что тут одна раздевалка больше, чем в Харькове, знаешь, какой-нибудь там зал возле Пушкинской, который был рядом, выходили туда все за удобство, ну, потому что по соседству там зал был вот такой малюсенький, а здесь, посмотрите, только раздевалка, так вот длиной в жизнь, как сказать, ну, в общем, очень большая, и тут почти никогда никого нету, в общем, сам себе хозяин. Попробую даже вам что-то сегодня поснимать, наверное, тренировки. Никогда не делала, никогда не фоткала в зале. Для меня это типа такое, что это божечки. Вот, ну, попробую. Если людей будет мало, мне будет не стыдно, то я это сделаю. Вот. Хотя вообще я приверженец того, что когда ты занимаешься, у тебя должна быть музыка в ушах и ничего больше, чтобы ты ни на что там не отвлекался. Вот, это потому что это важно, это иметь концентрацию, соблюдать там правильные интервалы и прочее. Боже, я еще не начала, мне уже так сложно. Я уже вижу, я просто помираю в конце... В конце. Просто помираю уже после тренировки, потому что возвращаться всегда очень сложно, нагрузки такие, как раньше, организм не выдерживает, приходится начинать с малого, хочется все сразу, ну, короче, жесть. А еще мне надо приучиться бегать, ну, надо начать хотя бы с дорожки, но даже дорожка для меня это что-то такое, надо привыкать это, ну, я не знаю, ну, две недели как минимум перебарывать себя, чтобы каждый раз идти на дорожку и потом давать какие-то результаты. Поэтому не знаю, силю я сегодня дорожку или нет. Возможно, начнем с арбитрека, но опять же, знаете, я так с арбитрека начну, арбитреком и закончу. Поэтому, наверное, надо уже на дорожку становиться. Ну, в общем, увидимся в зале, я думаю, если я напомру. Все, пошла. Иметь соседей в том, что приходишь такой с работы в 10 вечера уставший, а тут тебя ждет новое смузи ягодное, вот такое, делиша, сейчас кто-то будет пить смузи, на самом деле я, наверное, сейчас лягу спать, потому что я так устала, просто капец какой-то.